2 раза быстрее, чем на автомате. Ну, в общем, для города, извините, за городом, если бы эксплуатировал автомобиль, идеально просто. Лучший автомобиль за такие деньги, не знаю, на трассе великолепен, но... Максим, свет ночной, да. Вот как только вот, вы нужен... избавитесь от своего вот этого ставшего ненужным в обиходе, и могу только порадоваться за вас, за то, что вы настолько трезво относитесь к реальности, понимая, что вот это уже излишне, и нужно что-то более цивилизованное, более европейское. Но вы тоже теряете высокий клиренс и возможность спокойно совершенно упираться в любой бордюр. Вы снесете себе бампер по привычке. Представляете, у вас там отработалась за 3 года манера так несколько небрежно.